Одной из важнейших достопримечательностей Пятигорска всегда был Государственный музей-заповедник Михаила Юрьевича Лермонтова, который имеет свою особую историю. В Государственном музее-заповеднике Михаила Юрьевича Лермонтова работает выставка, посвященная вехам музейной реставрации. И посвящена она 105-летию со дня образования музея. Здесь представлена реставрация всех наших отделов, начиная с домика, его истории, реставрации 60-х, 30-х, 40-х, 60-х годов. Очень много интересных фотографий, которые сделали во время реставрационных работ, реконструкции отделов известными художниками, работавшими с музеем. Огромное всем им спасибо. Государственный музей-заповедник Михаила Юрьевича Лермонтова является единственным лермонтовским местом в России, сохранившимся в первозданном виде. И именно это будет всегда привлекать гостей Пятигорска.